Всем привет, с вами Нью и Зецу, вы на канале Фрикаделька, мы продолжаем играть в Far Cry 3. Да, всем привет, продолжаем, куда там... Куда-то продолжаем. Кого-то кита искать, кита. 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 Кита или кита. У меня была морская свинка по имени Кит. Знаешь, через кого я его назвала? А ты не знаешь, что персонаж, ты не смотрел аниме? Пожиратель душ. Там тоже был Кит. У него была такая причесочка, черные волосы, но на половинке были белые полосочки. Я Слушай, думаю, а у нас получается знает. Так, что... А что у нас получается? Мы где вообще? А получается так, что... А-а-а! Мы все прошли, все забрали. Ну, куча сундуков, конечно. Мама, не горюй, сколько сундуков, они прям в глазах уже мешаются. Кстати, но... нам написали, чтобы у нас открылись новые карты к покупке, нам нужно идти по сюжету. Вот, реликвию надо будет потом забрать когда-нибудь. И вот тут надо еще вверх в Келла. Но пока мы идем... К сюжету? К баку. Да, давай. Посмотрим, чего у нас там. Сидит кто-то в But баре. Down. Посмотрим, что там с баком, с китом, еще с кем-то. Что делаешь? Да сидит, грустит. Hey! Чё? Нормально. Ну ладно. Ну ей дурно, ну чё ты пристал? Куркочки! А мне нравится быть куклой. Это быть куклой легко. Плыви по течению, ни о чём не думай. Плыви по течению. Нет, понятно, понятно. Они здесь все под чем-то, я отвечаю. Это до сих пор так не встало. Вот знаешь что? У меня вопрос к разработчикам. Ребят, вы если делаете одинаковые модельки, вы хоть какую-то разницу, вы делаете им хотя бы разные Хотя бы в разных местах. Ну, в разных местах. Ну ладно, хер с ним. Ну просто действительно, вот она стоит модель. Ты его озвучь по-другому просто. Не беги впереди паровоза. Давай решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, возможно, скоро пойдет дождь. Сезон еще не закончился. И что будешь делать? Дай мне подумать. Займемся делом. Слушай, делай, что хочешь. Лично я не хочу ходить с ружьем, как толпа этих придурков. Я буду счастлив, если просто смогу пережить этот год. Хорошая цель. Делай. Мы займемся делом, делай, что хочешь. Да, вообще классно. Только это. Не мешай. Они как будто разговаривают, знаешь, там, не друг с другом, а просто сами с собой. Они просто, каждый хочет это, чтобы один отстал от другого, поэтому не пытаются закончить разговор все, оба. Дверь. Угу. А что он с зеленым светится? Этот уже чем-то. Так, чуваки, уебался? Слушай, вот ты похож на бака, мне кажется, да? Есть что выпить? Йоу. Да. Пиздец, у меня сейчас глаза кружится. Ты же бак. Ты бак? День рождения не сегодня, но ты похож на Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ой, иди ты в жопу. Ты купил его, уходи-то. А, это он. А он назвался... Долбоёб, блин. Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Не знаю. Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Логично. Не, ну так-то, если он его закопал где-то. Найди его. О. Сделаешь. А он тоже мы нужен. С тобой в расчете. Кстати, да. И Кит уйдет с тобой. Вот она и сказала, найди его. Видимо, само нашел все-таки. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. А потом у нас будет выбор, ей его принести или ему отдать, да? Или здесь слушай, есть, я здесь не знаю, если тут выбор, но нам Кит, наверное, нужнее.
чем благословение этой девушки. Ну да, возможно. Знаешь, что у него не, у нее нет наших друзей. Тоже верно. Так, и чё, а где... Может, она просто предсказала, кстати, то, что... Да, смотри, я думаю, кстати, акулы-людоеды, походу, там сейчас будут. О, наведи на акулу. Есть какая-то информация? Да нет, просто. Просто акула. Ну, ладно, чё, ставим отметочку, телепортируемся. Я забыла, о чём я говорила. Так, давай, раз мы идём в море. Может, она просто предсказала, что мы должны этот нож найти для того, чтобы спасти своих друзей, а не то, что ей принести его надо. А есть что-то? Знаешь, что я хочу? Я устал от... Да чего ты устал? Устал от одной... Я просто две снайперки таскаю. А-а-а. Может взять просто какой-нибудь... Ты возьми какое-нибудь оружие с глушителем. Ну, есть только пистолет с глушителем. Дробовика с глушителем не существует. Винтовка штурмовая. Ну, может быть, конечно. Не, винтовка... Винтовка с глушителем. Нет, коллиматорный прицел. Ну, пистолет тебе и нужен, да? А, вот глушители есть, смотри-ка. Подожди, это что? У какой-то F1. И тут глушители есть, у какой-то MS-16. Винтовки, серьезно? Ну, а чё бы и нет. Давай возьмем вот это. А, у винтовки, блин, я про пулемет. Давай вот экипируем вот это за место одной снайперки с глушителем. Mm-hmm. Эту оставим, сильную снайперку. Ну да, это а сразу вот, её вот, вот, за место АК. Ну, зачем да. Мне два автомата? И повесим на нее просто глушак. А зачем тебе две эти? И, наверное... А что у тебя вообще из оружия с собой? Побольше магазинчик сделаем. Нормально. В смысле, вот сейчас вот мы уберем, наверное, одну снайперку, как раз мы взяли автомат с глушителем. Угу. И, наверное, возьмем... РПГ? Ну, кстати, а почему бы и нет, на самом деле? Ну, у меня, конечно, снайперка неплохо топит все это дело. Можно взять что-нибудь по это, эксклюзивное. Нет, а что у тебя? О, кстати, ракетница. Мне все интересно, ракетница как стреляет. Я ж так ее не проверил. Зачем тебе ракетница? Давай ее возьмем. Просто хочу посмотреть, как она стреляет. МП5, кстати, есть. Ну, допустим. Надо хоть с другим уже походить. О, дезинтегратор! Класс, мне нравится. Потрошитель. А что это вообще? Не знаю, какие-то вещи новые. А, не, это... я хочу что-то с названием дезинтегратор. Не, ну дезинтегратор это да, он с глушителем при том, кстати, походу идет. Кстати, давай, у нас деньги есть. Ну давай, купить. Дезинтегратор. Дезинтегрировать будем, давайте за место ракетницы. Ну аллилуйя, блин. Дезинтегратор. Вообще дезинтеграция, это же, по-моему, полная. Сейчас посмотрим. Так, вот он дезинтегратор. Или это автомат? Нет, вот автомат. Ну, кстати, удобненько. Ну куда? И не так громко. Так, это? А ты... Ну, это типа еще шустрее автомат. Но они стреляют из одной этой, поэтому это не очень выгодно. Ладно. Ладно. Пойдемте с этим. А почему у нас мощный... Как эта хрень называется? Сохраняйте, когда захочешь в такие места. Да, не заходи в такие места. Почему у нас в снайперке нету глушителя? Потому что это снайперка 50-го калибра. Какой глушитель? Ну, блядь, широкий. Нет, такие глушители. Чтобы заглушить такой звук, тут даже не глушитель. Ну, блин, а как работает глушитель? Я так понимаю, потому что удлиняется... Путь пули наружу получается. Поэтому он глушитель. Может, я в этом, да конечно, нет, это миф на самом деле. Глушитель не делает тише, он просто делает ровней. Быстро. Ну, я и говорю, за счет того, что получается удлиняется ствол. По сути-то. Можно и так сказать. По-другому ты не заглушишь его никак. Блять. Слушай, видишь, я лестницу вижу. Мне кажется, проберитесь там есть на лестница. Ностальгию. Ностальджи. Та-т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 а
Ты вообще какой-то неподготовленный, я тебе скажу. Тихо, тихо, чайки. Не шумите. Это, кстати, по-моему, реально чайки. Это вон там ностальгия, да? Да вон она. Можно с базуки было туда выстрелить, на самом деле. Но не, нам нужно информацию нам нужны узнать. Там вас должен быть, по сути дела. Но вас там, мне кажется, нет. Мне кажется, он не будет на посреди моря плавать. Супер странное название для корабля.
Так. А как, на чем доплывать? Ну, точно не в плавь. А, вон там что-то, он, по-моему... Там по-моему... камень. А, там камень. Да посмотри на карте, у тебя лодки же обычно отмечены. Лодки отмечены, если они неподалеку. Но... А, кстати. Ну вот. О, на той стороне. Нам все равно спускаться надо, так или иначе. Ну, сейчас посмотришь, значит, вон машина, там дальше лодка должна быть. А, вон, вон, нашел, в путях там. Какая музыка-то? Ну, видимо, приближаемся к чему-то серьезному. Это что за звук был сейчас? Что за зверь такое издает? Скутер? Не-не. И скутер. Выбирай синенький или зелененький. Зелененьком поедем. Погнали. Ностальгия. Ох уж эта любовь к кораблям где-нибудь посреди океанчика. Ну это залив скорее, да? Прекрати так делать. Вихляет. Волна, волна. Комфортно на это смотреть. Ну все, погнали. Сейчас будет веселуха. Нас уже не заметили, поэтому... Нормально все не... Понятно, мне крышку. Ладно, хер с вами. Тут, я думаю, нельзя тихо было пройти. Наверное, нет. Ну, на самом деле, неплохо, что я тут взял, наверное, эту пушку, потому что с ней тут поудобнее будет немножко. И как он пафосно сейчас так вытащил. Сейчас что-то там, это у него там. Да-да-да-да-да, они что-то кинули. Ты что за статуя? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет! Ладно, попробуем тихо все-таки. Ты просто попытайся в него не врезаться. Не, он, кстати, должен сохраниться сейчас было. Не, я пытался... О, я уж испугался. Это было бы сильно, если бы он сейчас тебя заспаунил, короче, в 100 метрах от корабля, но при этом без всего. Не, они меня в любом случае как-то палят как-то. Так. Ну, они типа поняли, что кто-то есть. Да какой он меня зарежет сейчас? Да, конечно, вон снайпер. О, там снайпер, господи. О! Блин, слушай, тут нужна тактика. Это читер был. Он пронесся. Пошел ты вон! Достал ты меня! Да блин! Да что ты делаешь, Джейс? Он тонет. Мне реально кажется, что тебе нужна какая-то тактика. О, господи. Чись. А, вот он. Что ты делаешь? Успокойся. Так, тот лежит, все хорошо. Да, он не лежит. Тут нифига. А у вас? Допустим. Пусть там такой за этими, за коробками. Высунь морду. Не очень удобно, короче, из этой штуки, да? А, подожди, а что ты этим пользуешься? Это автоматом. Ну, дезинтегратор. Давай, дезинтегратор достали. Это был дезинтегратор до этого. Все. О! Дезинтегрировал. Господи. Так, ну и что у нас? Это какая-то статуя какой-то женщины. Что-то древнее. Они типа... Я даже дезинтегрирую, даже я даже этих дезинтегрирую, которые сильные. Это же хорошо. Боже мой, он даже сказал. Я тебя урою! Нифига, он тоже дезинтегрирует. Допустим. А, нет, это патроны, кстати, разные у них. А сейчас посмотрим, 119. Да, разные патроны. А, ну это же хорошо. Ну, замечательно. Куда идешь? А, вот тут там чувак.
Ё-моё. Вот так вот, дезинтегратор-то тебе не это. А, вон нам внутри это надо. Это не юмор какой-то. Так, ладно, давай. Значит, это очень странная фраза. Это не шутка, да? Юмор какой-то. Юмор какой-то, шуточный юмор. Так, ладно, давайте пойдемте дальше. Кончики возьмем. Да, что-то валяется, пойдем дальше. Это я вот. Думаю, внутри там тоже будет народ. Оберем. Открывай, Джейсон. Угу. Понятно. О, сохранение здесь. Сейчас пошло, будем развлекаться. Давай. Нам сразу нужны данные. Да-да, тебе нужны эти данные, но давай бы будем без. Ну и да. Ладно. Ты Кэрри. Отбрасываешь врагов силой мысли. Так, это стелс-миссии пошли, да? Ну, там шнурки завязывают. Нож по записям в компьютере. Кого? Надо залезть в этот комп. Подслушал что-то? Переживай, сейчас. Больно. Все еще там. Сейчас все будет. Сейчас все залезет. Ну давай уже. В суматку пойдет или сюда? Лучше пристрелите меня. Да... Знаешь, это нужно быть осторожным со своими желаниями. Че ты ждешь? Черт, а что там, смотри, там какие-то звуковые эти? Да мы знаем. А, там нужно выключить звуковые штуки. Если ты одного, короче, это, то он включит эту фигню, сюда все набегут. Повстанцы! Да сколько же тут пиратов? Вот, отключи эту херню. А сейчас вырубим, все вырубим. Все отключаем. Хорошо. Вся сигнализация отключена. Хорошо. Так, там трипер. Хирипер. Так. Тюх. Поехали дальше. Ага. Подожди, там мы телепортнулись, что ли, за дверь-то? Угу. Так, тут нету сигнала? Так, чтобы он нам не мешался, тут у нас стелс-миссии пошли. Здорово. Эх, он просто чинил корабль. Так вот ты работаешь, чинишь, и все, в один прекрасный момент все уже. Уже твоя помощь никому не нужна. Ну да. Но если бы они не бегали тут с оружием, не нападали бы на нас, то они бы жили. А ему, наверное, говорили, что он незаменим. Да, наверняка. Чего они за странные штуки здесь? Интересно, что на карте, кстати, они не отмечены все. Это пипец. Это он прям как-то неудачно. Кто-то тебя палит. Почему здесь на карте не отмечено, что кто где есть? Ну, то есть главное. Стелс-миссии пошли. Опа-на. А я его нечем убить. Давай попробуем. Может, мы сможем все-таки? Чем? Навыки. Убийство тяжеловесов мне не открыли до сих пор. А где оно? Нет, убийство тяжеловесов мне не открыли. Ну, иначе придется его дезинтегрировать. Давай. Ну, и чё ты тогда парился вообще? Я не парился, я его дезинтегрировал. Спорю, что в этом компьютере что-то есть. Не знаю. Ой, блин, ты... ну нихера себе просто, блин, хрена и... он там. Ты мог просто компьютер и унести. И жнец, вот и на дуде и грец. Кто? А, это нож. Это вроде важный компас. И может приведет к ножу. Что-то на Майя смахивает. Окей. Быстрей, говнюк. Да-да. Скачивай уже. Чего? Все, он. Ой-ой-ой. Нет, вообще не шанс. Это, по-моему, после взлома взрывается? Да, не похоже. Джейсон, конечно, мощный, но после взрыва он даже ничего не потерял. О, я тебя умоляю, у него там что-то хаос. И конец. Супер странная миссия, если честно. Типа, проникни на корабль, скачай данные. Тут быстрее. Это нам не надо. А вон вы. Как удобно, когда они здесь, да? Вздохни немножко.
Шлёпа какая. Здесь еще есть воздух. Это остаточный. Ну, рано его полный. Чего? А, это он собственно. Давай, открывай, что-то. Какой звук мерзотный. Ну, понятно, что ненадолго, давление выйдет. Открывай, сейчас там уже лопнет. Блин, это не так открывает, отсюда. О-о-о. Там ой-ой-ой. Немножко воды было. А, нет, не немножко. Немножко. Так. Че, ты че? Ты че? Нихера себе, блин. Слышь, отстань от меня. Слушай, чувак, по-моему, когда ты в ты как положении... бы уже тонешь, чувак, вот тебе вот какой вот смысл именно. От меня? Вот. Да. Я думаю, тебе никто спасибо не скажет. Вот я тоже вообще прикол сейчас не понял. Супер странная история, давайте получим. То есть, типа, ты уже под водой. Думал бы о себе. Спасти себя. Думал бы о своей жизни в этот момент, а не о том, что это. Как меня еще пытаться... Так, мы тонем. А вот еще не знаю. Висячая история. Зафнем, это что такое? Выбивай. Да выбивай ногой. Блин, так-то, вот, кстати, это уже тяжело, когда под водой там же немножечко другой. Ой-ой-ой. Немножко другое давление, да, и там вот прям вот так, чтобы сильно. А не смотри ты на него, всплывай. Очень сложная история. О, чувак, не надо. Там опасно. Акула людоед. Кстати, да. Она уже наелась. Будем надеяться. Привет. Эй, Джейс, не спи, замерзнешь. Подъем. Открой сомкнутый негрецо. Да вставай же, давай. Ну, а вот и ты. Такой, смотри, красив. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Подожди, он же похоже, сказал, что на судне его нет. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Нашел. Отлично, здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. Да. А теперь, если можешь справиться сам, я иду к Киту. Ладно? Я бы пошла за ним. Бывай. Бывай. Да чтобы я думаю, он Кит. Все-таки наемник. Он догадается. Что за ним слежка. Господи, магия какая-то началась, сраный компас, и после холода так, меня... Так, ну и что у нас тут? Что у нас тут дальше? По плану. А по плану нам говорят... нас. А, нет, вот задание. Бак. Дальше, где-то там на берегу озера. Ну, кстати, мы в таком интересном месте. В каком? Где можно захватить поселение. Пойти. А мы где? Вот. А, все вижу. Да, кстати, а я думаю, надо пойти захватить поселение и реликвию. Вначале реликвию забрать. Надо. Ты хочешь наоборот по другому пути пойти, да? Надо мимо бака пройти как-то, прошмыгнуть, чтобы это задание не взять. А что тебе мешает это задание взять? Ну потому что на него времени не хватит, это основная линия, нас опять отправит и все. Как ты не любишь ходить по сюжету? Я люблю ходить тебе по сюжету. Тебе нужно, короче, чтобы там для он тебя... Там Бак Хьюз у нас, путеводитель появился. Разработчики, слушай, нам нужна игра без сюжета. Здорово, слушайте, машинку. Мне нужна машинка. Ребят, машинку мне надо, машинку, да. Да-да-да, вот именно. Ну, Е, нажми. Они так-то несообразительные, эти скажу. Да, ну все, вы пешком. Тут недалеко. Не надо так смотреть. Не сбей никого. Они такие молодцы, их попросил сразу, да? Ночью пешочком прогуляется, свежий воздух. Да, так. Да, да. Так. Тут совершенно нет животных, которые очень будут еще опаснее. Так, над него слушай, я вижу, он где задание, вот оно, на него сейчас проедет. Серьезно? Вон он, бак. Бак херак. Это очень странная херня, если честно. Какая? Твой план. Ух. Ты утопил машину, понимаешь? Ладно. У них и так их фонтан. Нет, у них как раз много машин.
Но они же не бесконечные. Поговорите с Баком. Да не надо мне говорить с Баком. Мне надо вот этих травок зеленых собрать. Это что за звук? По-моему, просто звук. Да. Ой, а там что-то горит, смотри. На той стороне. Вон, видишь? На карте это что? Да ребятки там костер разжигают какие-то. Всего лишь какие-то ребята костер разжигают. Фигня какая. Ну пойдет, сейчас придут лакомовские вараны. И порешают, да? Плутовской маяк. Чего? А что такое нажмите ЕСК? Да ты что, с ума сошел что ли? Ой. Ты как всегда. Накачён. Я вот его не трогал. Так, я не понял, как залезть-то? Опять лететь надо, что ли? Возможно. Либо быть повнимательнее. Отлично. Ну, либо ты еще не добежал до того места, где можно залезть. Мне кажется, я уже перебежал. Возможно. Чё? А чё там было? Да возьмите растение. А-а. Ой, слушай, я тебе ничем не могу помочь. Я, по крайней мере, пока что я не вижу. Где можно залезть? Как я не люблю вот это вот, когда они вот эту вот фигню делают. Ну... Сделайте вы два пути. Один, как вот хотят люди через этот лезть, а другой через... Вот. Придется обузить где-то места опять, пытаться. Джейсон. Джейсон, давай, ну подумай о Скайриме. Там вот этот может все. Вот, Джейсон, почти. Ты там, практически... Мне кажется, все могут лошади. Или это не в Скайриме было? Это в Скайриме, да. Вот. Все. Ты смог это сделать. Вот лошади там вообще могут преодолевать что угодно. Кто это, цапля? Давай сюда цаплю свою. Вот так-то. Другой вопрос. Какой? Нет, я говорю, другой вопрос теперь. Что стоит? Куда дальше идти? Сюда ну, ты мы хотел сделали. Этот захватить? А, ну да, все, идем к Аванту. А, так это и есть он. Вот видишь, как все просто. О! Смотри, он так дышит. Вот он бегает. Как будто я сама бегаю. Не ну, спались! У нас нету снайперок, у нас нету больше тихих, у нас сейчас автомат остался тихий. Ну да. Поэтому мы сейчас идем. Ты немножко... Что-то нормально, даже не покалечился. Ты не покалечился, это просто чудо, я тебе скажу. Так, огни. Двое. Так, ну двоих мы видим, допустим. Ну, поднимись там, с той стороны, посмотри. Ладно, эти двое это херня. Ну да. Это-то вообще важно. Ты что делаешь? Скользнул. Зачем? Так, еще двое, хорошо. Так, эти ладно, они стоят очень... Это... Так, собаки. Но собаки это плохо. А, закрытые собаки, ладно. Так, интересно. Он очень стрёмно ходит, на самом деле. Мне вообще не нравится, как он ходит. Просто интересно, а если вот этих чуваков подманить к собакам, потом выстрелить в собак, чтобы открылась клетка, они нападут на них или нет? Мне кажется, нет. Ну, ну давай проверим, конечно. Отвлекутся же. Блин, ты что-то как-то не открыл собак. Блин, бедные собаки. А теперь этих убивай. Да, нет, отвлеклись на собак. Ой-ой. Акула. Красивая.
Чего? Слушай, у тебя, кстати, РПГ есть? Нету, я его не взял. В смысле? А, мы этот взяли. А вот сейчас скорее. Подкрепление вызвало. Ну все. Ладно, начинаем их извиниться тогда. Ой! Ты что сделал, чувак? Это ты, конечно, дурак. Это ты, конечно, дебил. Вот ты думаешь, что это он дурак, да? Это ты стоял и думал, что тебя никто не заметит. Они идут с юга, если что. Они идут с юга и ракеты кидают тоже с юга. А почему нет? Так, ладно, вот тут стоим. Ну, что такое-то? Может быть, ты начнешь в них сам кидаться? Я не понимаю даже откуда. Гранатами. Они в тебя чем-то... Блин, акула там? А две? Пожар устроили просто колоссальный. Да вообще придурки. Снимай его, он у тебя снайпер стоит. О! Как просто, когда, знаешь, не нужно особо прятаться. Тебя кто-то спалил. Ну они ничего бегают от спортсмены. Почему ты так смешно бежал сейчас? Прятаться они не умеют совершенно. О, да. Хорошо. О! Уже со стока, что ли, уйдут? Это вот эти, кстати. Офигеть, как он проскользил. Нет, это запад. Стоп справа. Где? Подожди, они идут с моря? О. О, смотри, я не тупая. Куда он там взорвется уже? У тебя что, кончились патроны? Нет. Возможно, РПГ была бы неплохой штукой сейчас. Ты как так? А, нет, просто попал. Они иногда так умирают не сразу. Непонятно, умер он или нет. Да, блин, попали меня, я не смог. Так, у меня пушки кончаются. Вот. Ну, это верно. Так, а ты что там? Подтягивался. А так, чё? Всё? Нет, или не нет? Всё, если ещё не этот-то не... А, вот снайпер стоит. Да херовый у тебя снайпер, конечно. Ну, из тебя, видимо, тоже. Да, из меня тоже. Ну вот, теперь всё. Ну ладно, это был такой разбивочный. Ладно, не всё так просто, как хотелось бы. Хотел я собак отпустить, но собаки что-то устроили пожар, всех отвлекли. Блин, да по-хорошему нужно прокрадываться, снимать сигналку, чтобы не приезжала вот эта куча. Их так-то там обычно немного людей находится. Открыта новая островная чего-то там. Да, гонка какая-то там. О, как понятно, возьмем эту фигню. Эти уже приехали быренько на горячие пирожочки-то, а? Все нормальненько, потрошки пополнили. Ну все, чем? Ну все. Ну что ж, тогда спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.